Соединенные Штаты направляют на Ближний Восток подводную лодку и второй авианосец в ожидании возможных ударов по Израилю со стороны Ирана и Ливана. Ранее израильский министр обороны сообщил американским коллегам, что еврейское государство полностью готово к отражению таких атак, хоть и не считает их неизбежными. עלולים להתממש, וחשוב להסביר לכולם שמוכנות, הערכות וכוננות הם לא מילים נרדפות לפחד ולאיזשהו פאניקה. На этом фоне израильские войска вновь наносят удары по целям в районе Хан-Юниса. Ранее военное командование обратилось с призывом к мирным жителям эвакуироваться оттуда, поскольку готовится операция против террористов, ответственных за ракетные обстрелы израильских городов.